Никак компенсацию морального вреда не можем перевести в какой-то иной вариант. То есть всегда деньги, всегда. Компенсация реабилитации, компенсация морального вреда. Но эту сумму кто оценивает? Эту сумму, если мы говорим о компенсации реабилитации, то это фактически затраченные деньги. Если мы говорим о компенсации морального вреда, то это зависит от тяжести вреда. Средний вред, ну, до 200 тысяч рублей. Такова практика в регионе. Тяжкие и смерть, это уже от 500 и до нескольких миллионов.